Теле2 открыла первый в Орле салон нового формата. Взаимодействие с клиентами здесь происходит с помощью диджитал-технологий. Современные тренды на цифровизацию меняют не только онлайн-каналы продаж, но и розницу. Компания Теле2 в рамках продвижения своей стратегии «Другие правила» реализует в своей рознице новый инновационный подход «Трижды Digital». В монобрендах нового формата вы получаете полный спектр услуг, а также возможность протестировать оборудование прямо здесь и прямо на месте и получить на него выгодное предложение на покупку. Например, сейчас при покупке смартфона Xiaomi можно получить кэшбэк до 2000 рублей. Наши новые цифровые салоны полностью меняют подход к операторской рознице и вводят новые правила в ритейле. Цифровой сервис в монобренде представляет новая виртуальная витрина «Все в один клик». Через ее интерфейс клиент самостоятельно, без помощи консультанта, может воспользоваться услугами оператора и посмотреть карту зоны покрытия сети Теле2. Здесь можно подобрать себе красивый номер, выбрать себе тарифный план, ознакомиться с картой покрытия, ознакомиться со всеми дополнительными услугами, которые оператор готов предоставить абоненту. Если показывать, как это работает, то, в принципе, подбор тарифа, то есть абонент приходит в зависимости от того, что ему нужно, какой объем трафика он планирует потреблять, какое количество минут ему нужно для общения в месяц, он сможет легко себе выбрать необходимый тарифный план. Новый формат салона также предполагает удобную навигацию по ассортименту и позволяет установить открытое взаимодействие с посетителями. Вместо привычной кассовой зоны здесь легкая стойка в зоне ресепшн, а понравившиеся смартфоны можно протестировать прямо на месте, прежде чем принять решение о покупке. Кроме того, консультант может обслужить клиента в любой точке зала с помощью планшета. Оценить диджитал-подход и все нововведения можно в салоне Теле2 по адресу улица Комсомольская, дом 229. Сергей Прошкин, Кирилл Иванов, телеканал «Первый областной».